узнали о новой выплате для детей. Подскажите, каким семьям будут положены эти доплаты и как нужно все оформить и в какие сроки? Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет начинается 1 мая 2022 года. При этом назначать пособия будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за 2 месяца – за апрель и за май, при условии, что в апреле у ребенка уже исполнилось 8 лет. Важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Базовый размер выплаты – 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи останется меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Напомним, сейчас выплату на детей с 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители, и размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.